Давиде, що це може означати, ось дана допомога, що це підготовка до майбутнього контрнаступу, чи за кордонами України вже настільки налагодило цей військово-промисловий комплекс, що воно вже йде потоком, в вашому розумінні? Это как раз данный пакет я бы отнес к разряду так называемых рутинных. Техника, которую анонсировали ранее, сейчас осваивается еще в процессе освоения. Будут еще новые поставки техники, но для начала нужно покончить с тем, что обещано, и то, что идет сейчас. Здесь, в этом пакете, в первую очередь стоит отметить вот этот пункт с мостоукладчиками. Впервые американцы их поставили. И это как раз намек на наступательный, на повышение наступательного потенциала. До сих пор это делали немцы с мостоукладчиками потовой техники. Но вот здесь американцы добавили, видимо, то, что украинская армия просила, и то, что ей было нужно. А продвижение по пересеченной местности, в том числе и через речки, через овраги, через разного рода препятствия, как раз требует вот такого рода техники. Что касается остального, это снаряды, это классическая, знаете, вот база войны. То, что эта война, это в первую очередь боеприпасы, снаряды 105 и 155 миллиметров, плюс для установок «Хаймарс». Это то, что идет на регулярной основе, и данный пакет обычно яркое тому подтверждение, рутинное. Будут еще пакеты, в которых, естественно, присутствует та или иная техника, в том числе и новинки. Но именно этот, за исключением мостоукладчиков, призван просто обеспечить текущие нужды на уже имеющемся фундаменте. В вашому розумінні, Україна піде в контрнаступ до осені? По моєму мненню, українці підуть в контрнаступлення ще весною, то, о чому ми говорили в початку. Естественно, все карти на руках у командування Вооружених сил України. Уровень подготовки резервов, их количество, уровень освоения техники. И все, естественно, ситуация должна быть подходящей. Просто так в наступление ради наступления не идут. Тем более, что это неудачное наступление, чревато очень серьезными проблемами. Однако в ближайшие недели и месяцы, ну тут понятно, что тут все рассуждать со стороны просто без знания некоторых вводных невозможно точно. Однако мое мнение, что подобная попытка будет осуществлена, возможно, не одна. Потенциал, безусловно, есть, он наращивается. Напомню, что доказательство этого потенциала на практическом уровне имело место в прошлом году. Так что, безусловно, эти события впереди, и я практически в этом уверен. Україна піде в наступ навесні, а от у Росії закінчаться інструменти війни для досягнення своїх воєнних цілей до кінця весни. Цього твердження пропускає голова української військової розвідки генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю USA Today. Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни, зазначив Буданов. Він припускає, що вирішальна битва між Росією і Україною буде цієї весни, і вона стане останньою до закінчення цієї війни. От, пане Давиде, як ви вважаєте, як буде виглядати на полі бою ось ця остання битва? Я являюсь сторонником такого осторожного и консервативного подхода. Я не уверен, что война закончится быстро, и что вот такая вот сражение весны или начало лета, они могут быть последние. Естественно, нельзя исключать, что генерал Буданов прав. Тем не менее, предстоят очень сложнейшие вызовы стоят перед украинской армией, в том числе и в обороне. Сегодня все это прекрасно видят, россияне наступают на ряде участков. Предугадывать война с ноября приняла новую фазу. В чем это заключается? Резко сократилась линия фронта после ухода россиян с Херсонского правобережья, а с другой стороны Россия мобилизовала значительное количество гражданских лиц, тем самым численно увеличила свою группировку. У России возникли серьезные проблемы с количеством техники и боеприпасов. Тем не менее, говорит, что техники у нее совсем вот уж не хватает. Ее значительно меньше, чем было раньше. Она менее современная. Однако, по-прежнему они выпускают немало снарядов артиллерийских. Есть танки. Вот была недавно публикация в одной из, если я не ошибаюсь, в издании «Экономист».
серьезным, которые опираются на серьезные источники. И они, например, согласно их данным, 20 танков Россия в месяц выпускает. И от 50 до 80, 90 в перспективе могут ремонтировать старые. Так вот, такое количество танков, оно достаточно значительное. Оно не достигает уровня восполнения потерь, которые Россия понесла за минувший год. Однако это и немало. Поэтому недооценивать их не стоит. И надо помнить, что генерал Буданов в своих многочисленных интервью, он преследует разные цели. То есть это иногда обращение к западному читателю с теми или иными просьбами, например, косвенными, оказать больше помощи. Это в том числе иногда и желание подбодрить граждан Украины. Вполне понятно. Это, наконец, троллинг России в той или иной степени, поэтому надо видеть через эту призму тоже подобного рода заявления. Но я не рекомендую недооценивать и считать, что все уже просто, и все просто, и Россия буквально на грани краха. Численность российской армии велика, и техника, несмотря на всякого рода проблемы, по-прежнему у нее еще присутствует, и производство тоже работает. Угу. Пане Давиде, ось якщо, власне, подумати, а що мав на увазі Буданов у цій статті, тому що Росія говорить про те, що вона буде воювати до останнього, тобто це означає, що Україна має вигнати останнього росіянина зі своєї території, що Україна має відвоювати Крим? От як ви вважаєте, аналізуючи дану статтю? Для того, что планы России совершенно не были реализованы, это еще мягко выражаясь, именно планы на начало войны, да и потом даже те разнообразные планы Б оказались нереализованы, и ни одна цель по большому счету не достигнута, это очевидно. Однако для российской власти, Путина лично и для Кремля, отказаться и вернуться даже к границам 24 февраля, это было бы признание полного поражения и от желания, и, кстати, Екатериной II и Петром I в одном лице внезапно превратиться бывшего любовника его сестры Голицына, который потерпел поражение в походе на Крым за считанные годы до этого. Так вот, для него это совершенно неприемлемо. Россия пытается затянуть время, достигнуть каких-то успехов на поле боя и, по сути, заставить Украину и Запад в связке отказаться от продолжения войны, измотать на военном и на экономическом уровне. Для этого демонстрируется непреклонность, вот такая на словесном уровне. Ведутся наступательные действия по всему фронту, в том числе и для неких достижений территориальных, но вот именно попытка измотать, добиться чего-то, а там авось получится. Авось может быть разное, в том числе я не удивлюсь, если они пытаются, я не удивлюсь, но может это и так, дождаться, например, выборов президента США, а вдруг новый президент изменит свою политику. Да, это еще очень долгий срок, но иди знай, как они планируют. С другой стороны, вот война идет год, а я даже думаю, что они даже в кошмарных снах своих не предполагали, что война, которую они начали ровно год назад, продлится столько времени и будет иметь столь тяжелые последствия. Затяжка времени, достижение результатов, изматывание противника с целью вынудить его пойти на уступки противника и его союзников – это, видимо, текущая цель. І от, власне, про тривалість війни. Ізраїль воює вже 80 років, і кожен відрізок цього часу має певну назву. Чи можна сказати, що з 2014 по 2022 це була перша російсько-українська війна, з 22-го і ось до контрнаступу, коли Україна відвоює всі свої території, це буде друга російсько-українська війна, і вона буде останньою? Ну, насчет последнее, хотелось бы пожелать, чтобы это было так, однако это мы загадываем в будущем. Вообще, конечно, 2014-2022 – это так цикл, который можно под одну, ну, вот так вот объединить, да, что это нечто единое целое. Хотя при желании, тут, я думаю, со мной кто-то и поспорит, можно его разделить на те или иные временные факторы, взять, например, Крым в отдельности, а потом все остальное и так далее. Но это уже мелочи. Безусловно, переход войны в масштабную фазу, когда, по сути, Россия попыталась, своими словами нужно это назвать,
покончить с государством Украина в той или иной степени, как с государством, не решать ограниченные цели или вести гибридную войну, это, безусловно, совершенно иной этап. С другой же стороны, это часть того и объединено под одним, это одна и та же власть российская принимала решение. И, в общем-то, цели общие, даже в душе, у них стояли похожие, даже когда они не решались на этот масштабный шаг в 2014 году. Тем не менее, в душе Путин, видимо, в душе у него был подход соответствующий. Однако, безусловно, это достойно разделения. А вот что будет дальше, время покажет. К сожалению, мне дара предвидения не дано. А як говорять у нас в Одесі, будемо подивитися. Давид Шарп, військовий оглядач, був в нашому ефірі. Дякую, що знайшли час та долучилися. Дякую вам.